с 24 января новый выпуск еженедельника «Волна». Читайте в номере. 9 предприятий загрязняют бассейн реки Печоры. Результаты прокурорской проверки. Республиканский турнир по самбо на Кубок Печорской Федерации. Первые соревнования посвятили памяти Анатолия Данилова. 70 лет, 70 миллионов подарок. Наш фотоотчет. Первенство муниципалитета по шахматам. Чемпион остался прежний. 14 дорожно-транспортных происшествий за неделю. Криминальная сводка. Как всегда в номере «Кроссворд», «Сканворд», «Гороскоп». Программа телепередач на неделю, детская страничка. И, конечно, объявления, с помощью которых вы можете купить то, что вам нужно, и продать, что не нужно. И помните, наш еженедельник не выходит в понедельник. Он выходит в четверг.